Другим темам. В прошлом году в областном филиале Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства профинансировали 767 проектов на сумму почти 4 миллиарда тенге. По оценкам экспертов, количество желающих начать свое дело или расширить стало больше. Получить кредит как опытным предпринимателям, так и начинающим помогает программа «Енбек». С ее участниками встретилась Анастасия Астертак. Диваны, кровати, столы, шкафы. Мебельным бизнесом супруги Айткалиевы занимаются почти 15 лет. Изначально табуреты и стулья муж изготавливал своими руками, рассказывает директор ИП Жанар Айткалиева. Со временем бизнес развивался. Вместе с этим и расширялся ассортимент товаров. Сегодня у семейной четы успешно работает магазин мебели. Привозим товар мы с Малайзии, с России, Петропавловская есть, казахстанская есть производство. И сами производим мебель. В 2020 году мы обратились в фонд финансовой поддержки. Нам дали кредит на «Газель», с нуля, с виража мы взяли. И на оборотные средства 5 миллионов. Это получается общие 12 миллионов нам дали. Вот очень хорошие условия. Под 6% нам дали. Семья Пелепушка тоже воспользовалась господдержкой и открыла собственную пасеку в 200 пчелиных семей. Пчеловодством у них занимается не одно поколение. Хозяйство находится в районе Макжана-Жумабаева. Помимо сладкой продукции, Пелепушка изготавливает косметику на основе натуральных масел, свечи и мыло ручной работы. Для расширения бизнеса неоднократно обращались в фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. В фонде финансовой поддержки сельского хозяйства с 2015 года было взято 3 займа. На эти денежные средства была приобретена сельская техника и оборудование для откачки меда, что позволило заменить 4 рабочих и увеличить производство продукции в 3 раза. Помимо того, что мы собираем 12 сортов меда, также мы производим меда с API-продуктами. И в этом году мы закупили оборудование и начинаем производить мед с ягодами. Всего в прошлом году в филиале Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства профинансировали 767 проектов. Общая сумма составила 3,8 миллиарда тенге. Кроме того, в рамках программы «Енбек» специалисты приняли 605 проектов на сумму 2,6 миллиарда тенге. Активно поддерживают здесь и городских предпринимателей. На развитие их бизнеса выделили 540 миллионов тенге. Предварительный план на 2021 год составляет 2,8 миллиарда тенге. В том числе в рамках «Енбек» 1,7 миллиардов тенге на финансирование предпринимателей города Петропавловска 587 миллионов тенге. По оценкам экспертов, количество желающих получить кредит по программе «Енбек» и начать собственное дело в регионе с каждым годом растет. Анастасия Стятак, Михаил Казначеев, новости МТРК.